Кто я такой? Ходят слухи про одного славного капитана, что счел себя божьим бичом, сослав на тот свет тысячи людей. Не людей. Пиратов. Пиратов. Пираты веками отравляли морские просторы. Они отняли у меня отца, а до того и деда. Посему я поклялся покончить с этой чумой. И клятву сдержал, затопил десятки их кораблей. Оставшиеся объединились в попытке побить меня. Да вскоре поняли, что дело гиблое. Им ли тягаться с немой Марией? Огонь! И вот я покончил с чумой. Дабы черные флаги впредь не оскверняли моря. Они молят о пощаде. Пощады? О чем это они? Адьос! Огонь! Отныне он твой компас, что укажет путь к заветной цели. Никогда не предавай его. Треугольник дьявола. Последние из кораблей сгорели у меня на глазах. В момент триумфа раздался окрик. Эй! Беда! Чёткий денёк! Один корабль пытался уйти под завесы дыма. Смотрю, в вороньем гнезде стоит молодой пират. Как погляжу, остались только ты да я! Сложишь оружие, сохраню тебе жизнь! Он стоял там нахальным птенцом! Тогда ты и заработал прозвище, что будет мучить меня до конца моих дней. Как воробей! Так, готовы сдаться, чтобы спасти свои шкуры! Мальчишка, он насмехался надо мной, и я погнался за ним, воображая, как полосну кинжалом по глотке, и его смерть ознаменует конец эры пиратов. Готовьте бутлик! Левый борт! Набрасывай! Кто это? Ваша доля, сэр. Так он отнял у меня все, оставив только горечь и гнев. На том и сказке конец.